Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого турецкого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. После смерти Джема ослы пересматривают свою жизнь. Ослы считают, что Джем погиб из-за того, что она осталась с Ферхатом. Она начинает рассматривать, в какого человека превратилась. Сможет ли ослы справиться с этими изменениями? Егид считает, что Ферхат должен знать правду, а ослы попытаются помешать им, чтобы защитить любимого. Расскажет ли Егид Ферхату о том, что он сын Намыка, в то время как Ферхат с Бедибом плечом к плечу ищут того, кто напал на их семью? На самом деле враг находится рядом с ними. Что сделает ослы, поняв, что Джуней является убийцем ее брата? Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 12 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!